Ну, а далі до нашого ефіру долучається ще один лікар, цього разу з Ізраїлю. Це Борис Бриль, він реаніматолог, анестезіолог та відповідальний за перше створене відділення по лікуванню хворих на коронавірус в Ізраїлю. Борис, я вас привітаю. Здравствуйте. Ну, був уже, ушел з відділення, був відповідальний за відділення. Ага. Хорошо, но я вижу, что вы сейчас тоже в палате, и вот я позади вас вижу специальный аппарат, да, ИВЛ. Да, да. Это я сейчас в операционной, я просто хотел вам показать, как бы, как мы говорили, на примере вот этого аппарата, о аппаратах ИВЛ. Что они, из чего они, для чего они, и как они, в принципе, работают в общих чертах. Вот, я вам сейчас покажу. Это состоит из самой машины, вот сама машина, вот она. Это фирмы Драгер. Вот. Это газы, это анестезиологические газы. Это кислород, воздух и углекислый и закись азота. Это то, что мы подсоединяем к больному, но это с маской пока присоединено, идет от аппарата искусственной вентиляции. С помощью обычно, когда человек на искусственной вентиляции легких, обычно в трахею мы заводим такую вещь, называется тубус. Это заходится... Интубация – это что делается? Здесь у нас клапаны давления, потоки кислорода. В стену приведены шланги для кислорода и для воздуха. Здесь показывается тоже давление. Если я открываю вот так вот аппарат, он сразу же автоматически запускается, и кислород идет человеку. У него есть несколько… У него есть модуль, который я могу контролировать дыхание человека. Это… Это объемом, это давлением, это вместе с дыхательными движениями человека вспомогательное дыхание с помощью давления и на спонтанной вентиляции или то есть без помощи аппарата. Смотрите, то, что все время в сети, сейчас в последнее время разговоры о том, что ИВЛ вредит пациенту и люди после ИВЛ умирают. Надо понять одну такую вещь, да? Вот здесь чуть-чуть у аппарата, вот здесь вот, если мы увидим, вот я трогаю, это кислород, это обычный кислород, потоковый кислород, который присоединяется, называется назальная канула. Это такие трубочки, вставляющиеся в нос. Так вот, человека присоединяют к ИВЛ не как терапевтическую процедуру, не для лечения, а из-за того, что нету выхода. Итак, если у нас, в принципе, человек не требует аппарат искусственной вентиляции, может сам дышать, его количество дыхательных движений позволяет, он держит сатурацию, содержание кислорода, допустим, в крови на нормальных уровнях, без поддержки, это не необходимо. Если мы видим, что сатурация — это вот такой вот аппаратик, сейчас я вам покажу, надеваю его себе на палец, вот он, надеваю себе на палец, сейчас попробую. Вот то, что все говорят, вот он. И сейчас на экране вы увидите сатурацию вот здесь вот. Смотрите. Это усваиваемость кислорода, да? Это содержание кислорода в крови. Смотрите, он показывает мой пульс, который сейчас 97, потому что я двигаюсь. И движение, и дыхательная сатурация, это содержание кислорода в крови 97. Я его убираю. И вот если у нас снижается оно ниже 92, то мы добавляем кислород. Сначала просто обычно в маске или в назальной кануле, так называемый. Есть еще другие варианты. Это CPAP, это когда дается постоянное давление. Это такая маска очень жестко прижатая и держит постоянное давление в воздухоносных путях. Или есть еще как вариант, если вставляется тоже в нос, давление дается, кислород дается под высоким давлением, тем самым тоже увеличивая давление во всем прохождении воздуха внутрь легких. Это тоже вспомогательно. Сразу же никто не бежит человека интубировать, засовывать это ему в легкие и в то же время его как бы подключать к аппарату ИВЛ. Да, высокая смертность после ИВЛ, потому что человек, когда дышит, мы используем мышцы, мы делаем отрицательное давление при вдохе, это отрицательное давление, которое загоняет воздух внутрь. Вот. Аппараты же, любые аппараты ИВЛ действуют, и не только ИВЛ, и аппараты CPAP, тем, что мы вдавливаем кислород в легкие, не только кислород, вообще воздух. Соответственно, это известно очень-очень давно, что он повреждает легкие. Это не какое-то открытие. Любой врач, который говорит, вот мы тут нашли, что аппараты ИВЛ повреждают. Да, они всю жизнь повреждают.
Это делается от безысходности ситуации. Даже если говорят, смертность 70% после ИВЛ, там, у больных COVID в данной ситуации, то на самом деле, а без него была бы 100. То есть если человек не может дышать, то мы его не можем никак насытить кислородом, мы не можем сделать газообмен и так далее. Без этих аппаратов нету другой техники. Мы не можем дышать через вену, мы не можем дышать через глаз, мы не можем дышать через ухо, мы можем дышать через рот. Если человек не может дышать, и ему нужна поддержка, мы даем какой-то из вариант поддержки, и только в крайнем случае ИВЛ. Поэтому все вот эти новости про ИВЛ, что они вредят легким, да, как они появились, так все знают, что они вредят. Борис, ну вот тот аппарат, который я у вас сейчас вижу, я так понимаю, что это, если провести аналогию, то это Mercedes среди ИВЛ-аппаратов. У нас в Украине, к сожалению, особенно в областных больницах или районных, таких аппаратов я не видел. Вот то, насколько он сложный, как-то влияет на вот это травмирование легких? Смотрите, конечно, у новейших аппаратов, это не, ну, есть еще гораздо все новее, это не реанимационные, тут добавка же, вы видите, еще газы, это севофлуран, изофлуран, закись азота, которую мы подаем для наркоза, чтобы человек спал в наркозе. Но общий принцип работы одинаков. У аппаратов реанимационных просто нет газов, там нет необходимости в них. Вот. Конечно, тут много параметров. Есть еще более продвинутые. Любой аппарат и вообще врач-анестезиолог — это один из врачей и реаниматолог, которые, как летчики самолета, это очень высокотехнологичные вещи, и очень надо много знать. Это не медсестры и не просто анестезиологи. Анестезиологи и реаниматологи — это врачи, у которых очень большая подготовка как техническая, так и в плане физиологии. Так вот, в этом плане я вам скажу, что, например, есть возможности у новейших аппаратов, где ты держишь высокий дыхательный ритм, то есть очень много дыханий, небольшие объемы и большой пип, это там остаточное давление. В легких я очень-очень говорю так упрощенно для людей, которые остаются, чтобы держать альвеолы открыты. Это определенно, это довольно новые аппараты, но очень хорошие, ну как новые? Ну, но это, в принципе, очень оснащенно, потому что если ты дышишь большими объемами человека и редкими дыхательными движениями долго, то, естественно, это сказывается на большем повреждении. Но, еще раз повторю, это все необходимо, это не делается для удовольствия. Хорошо, а по поводу еще мифов, поскольку вот этот один мы уже разрушили, может, мифы или нет, как вы считаете, Всемирная организация охраны здоровья говорит о том, что, скорее всего, коронавирус, вот этот COVID-19 в его многих модификациях, будет как СПИД, к сожалению. То есть это будет болезнь, которая, ну, почти как вечна. Мы лекарств не найдем от нее. Можем мы говорить, что вот эти аппараты, которые вы показываете сейчас, они должны быть, ну, чуть ли не в каждой больнице, потому что если мы боремся с этой болезнью, и она условно вечная, тогда мы должны быть готовы к тому, что будут либо пики сезонные, либо будет меньше количество больных. Вообще, я считаю, что в каждой больнице хорошие должны быть хорошие аппараты, как в операционной, так и в реанимации. Это очень важно на выживаемости и прогнозы пациента. Я не думаю, что мы всю жизнь будем жить в тяжелой пандемии с ковидом. Возможно, он будет все время с нами, но я думаю, что лекарства будут. Все-таки он — это не СПИД. И от СПИДа тоже уже есть лекарства. И если правильно вести прием, то это совсем не страшно. Ну, все, опять же, берем в кавычках, но это не такое страшное заболевание. И в данном случае, я думаю, что скоро мы найдем какое-то лекарство. Еще сразу же поправлю. Если кто-то думает, что лекарство — это вакцина, это две разные вещи. Вакцина — это предотвращение, лекарство — это лечение. То есть все говорят, спрашивают, ну что там, нашли вакцину? Я говорю, ну вакцину нет, лекарство возможно. Ой, тогда когда будет ваша вакцина? Я говорю, лекарство и вакцина — это две разные вещи. В-третьих, Всемирная организация здравоохранения — это орган, как вам сказать, такой, он не научный орган. Их рекомендациями, в принципе, никто не пользуется. Надо это тоже понимать. Мы всегда пользуемся рекомендациями там, ассоциации европейской или американской, там, допустим, инфекционистов или терапевтов или пульмонологов.
ВОЗ – это организация просто формальная. И надо это не забывать и никогда не путать. Все кричат «ВОЗ рекомендует». ВОЗ ничего никому в плане лечения не рекомендует. ВОЗ никогда никому в плане лечения не рекомендовал. Мы идем по ассоциациям там, анестезиологов, американской там, АСА, американской ассоциации анестезиологов, там, урологов, онкологов и так далее. То есть никаких нету таких вещей, которые будут рекомендовать. Или ВОЗ – это не научная организация такая. Серьезно. Потому что если мы все возьмем исследования, то это Джон Хопкинс, это Майо Клиник, это там, Гарвард, Оксфорд и так далее. И там, Корея – это свои. ВОЗ – это не научная организация в плане как бы, ну, как не институт исследовательский. Они берут данные, там, собирают и максимум. Борис, спасибо вам за эту экскурсию, за то, что показали, как все это работает, и развеяли некоторые мифы, которые уже есть. Це був Борис Бриль, реаніматолог та анестезіолог з Ізраїлю, і, власне, ми побачили от прямо з ізраїльської клініки, з палати, як вона облаштована.